Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сегодня выступил с лекцией перед студентами столичного политехнического института. Актовый зал университетского дома культуры, где собралось более 1000 студентов, по признанию певца, дорог ему как память. Именно здесь 18 лет назад состоялось первое сольное выступление Вакарчука. За это время выросло целое поколение молодых людей со своим мнением и взглядами на жизнь. Именно их и хотел услышать певец. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Святослав рассказал студентам о своем видении ситуации в Украине и Крыму, говорили и о таких понятиях, как личная ответственность, личная свобода и свобода выбора. Это уже не первая встреча артиста с молодежью. На прошлой неделе Вакарчук пообщался со студентами Донецка и Харькова. На сьогоднішній день дуже багато дискусій, розмов по телевізору, в Фейсбуці, на кухнях і так далі. Чи поможе нам хтось, чи не поможе? Чи відступить, чи не відступить? Все залежить від нас, від всіх, хто сидить в цьому залі, від мене, від людей, які ходять по вулицях. Все залежить тільки від того, наскільки ми з вами готові захищати нашу свободу. Власну свободу вибору і свободу своєї країни, в якій ми всі з вами сьогодні живемо, і яку ми з вами разом згодились називати своєю батьківщиною.